1 сентября приготовились и сотрудники культуры. В Люберецком краеведческом музее открылась новая выставка «Здравствуй, школа», посвященная Дню знаний. На ней представлены игрушки, канцелярские принадлежности, учебники, школьная форма, которыми пользовались советские дети. Экспонаты охватывают период 60-80-х годов прошлого столетия. У нас очень прекрасная коллекция музейная представлена, частные коллекционеры. Мы попросили представить свои экспонаты, тоже необычные. Кроме учебников, которые дети читали в свое время, ну, посвящены разным и природе, и революции, и всевозможным войнушку, как играли. Мы даже нашли, чем играли. Это пистолеты, это сабли, как они играли, во что верили, к чему стремились. Журналы «Юный техник», «Техника молодежи». Мы даже открыты того, чтобы пополнить эту выставку. Приносите, что у вас есть. Фотографии необычные, которые связаны с этим периодом. Даже вещи, пеналы, ручки, ранцы. Мы очень рады, если люди принесут и подарят это музей. Выставка будет работать до конца сентября. Весь месяц сотрудники музея будут проводить экскурсии для школьников. Посетить учреждения жители Московской области могут по Пушкинской карте.